наверняка задавались вопросом, как получить карточку Бэйла 117 УВР с 20 рангом, как ее получить, желательно за 0 рублей 0 монет, вообще типа изи и за 5 минут и так далее. Сегодня я вам расскажу и покажу, может быть там 1-2 способа я найду, как получить Гаррета Бэйла, а вернее собрать одно из СБЧ, сейчас и потом, которые мы с вами сегодня разберем. Я вам скажу то, что каждый из вас может даже без доната собрать эту великолепную карточку себе в состав, под конец фифы поиграть, поугарать. И, в принципе, давайте уже наконец-таки начинать. Мужики, ненадолго вас отвлекаю. Пожалуйста, перед началом ролика подпишитесь на мой телеграм-канал. Скоро туда будет проходить розыгрыш аккаунта 180 УВР на 450 сыгранность. Поэтому успей принять участие в розыгрыше, подписывайся на мой телеграм-канал. И когда тут наступит 100 подписчиков, я разыграю этот аккаунт. Приятного просмотра, мы начинаем. Сразу говорю, вот такой подобный вид роликов на канале я не снимал, потому что СБЧ это вообще не мое. Я не люблю там что-то сидеть, выдрючивать. Это все не мое, это все не по мне. Но так как это, в принципе, залетает и вам нравится, то давайте я готов снимать такой контент, лишь бы вам заходил. Сразу говорю, сегодня выйдет 2 ролика на этом канале. Так как в пятницу не было видосов вообще, потому что, сами знаете, я каждый день снимаю, в пятницу вообще не было ни одного ролика на канале, впервые за там 3 месяца, надо такое исправлять, и сегодня я реабилитируюсь и делаю сразу 2 ролика. Вечером в 6 вечера ждите. Но с того, чтобы Гаррета Бэйла получить, нужно сначала зайти в СБЧ, самый первый, и собрать первый СБЧ, который самый простой, который самые новички все собирают. Там нужно всего лишь собрать 11 футболистов, чтобы каждый был на своей позиции, и чтобы был ОВР не меньше 104-го, тогда вы соберете первый СБЧ. Вам понадобится ваш резерв состава. Я думаю, у каждого под конец фифы точно есть много игроков, которые вы либо не продаете, либо забыли, либо, как я, бережете для СБЧ. Именно конкретно для таких случаев. Сейчас я вам покажу, что я собрал за 0 монет, что я нашел у себя в составе, и потом я покажу то, что сколько нужно еще, может быть, вложить, чтобы забрать вообще все СБЧ. Выглядит состав, в который я не вложил ничего. Я собрал только 101, но нужно еще 3 ОВР где-то найти. У вас есть сразу 2 варианта. Либо прокачивайте игроков, которые сейчас у вас в составе, прокачивайте, даете им опыт, но это тоже монеты. Либо вы делаете просто, покупаете на фильтрах, ловите футболистов. Много футболистов есть на фильтрах, 105-110. Ловите их, ставите на свои позиции. Вот вам 104 ОВР и минимальное вложение. Кто-то говорит за 0 монет, кто-то за 1 000 000 монет. Ну, короче, примерно ориентировочная сумма для первого СБЧ, я думаю, 1500. 500 тысяч вполне достаточно, чтобы собрать первое СБЧ. Поэтому вот так вот первое СБЧ, в принципе, легко собирается. Даже самый нубик может собрать и вообще не париться, потому что это очень легко. Это можно в резерве найти всех игроков, собрать их и получить примерно первые как бы очки сейчас и потом. Таких нужно еще 4. Давайте так, если этот ролик вы поддержите много лайков, вам понравится, я увижу актив, то я сниму еще очередные ролики, как собрать СБЧ на Бэйла, только я уже расскажу все подробно, где брать игроков, как ловить и так далее, и так далее, и так далее. Коротенький видос, но сегодня их будет 2, поэтому сразу говорю, далеко не уходите, ждите. С вами был Дядя Нехит, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, спасибо за 1920 подписчиков, идем к цели, всем пока. Эй, да я чё? Точнее дел, таких как я.